Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, что вы сможете использовать для того, чтобы сделать свою жизнь жизнью своей мечты. Кто из вас хотел бы жить так, как хочется, и чтобы все мечты воплощались? Вот если у вас так, то смотрите это видео полностью, не перематывая от начала до конца. Итак, каждый из нас слышал о том, что мысли материальные, о том, что то, что в нашем уме, в нашем сознании, оно также может проявляться и снаружи, да, то есть все, что мы видим, это результат того, что у нас внутри. Мы это слышали, может быть, кто-то даже не слышал, да, но те, кто это слышали, чаще всего это можно знать об этом, да, то суть в том, что непонятно, как это знание применить в своей жизни, как сделать так, чтобы действительно начать жить так, как хочется. Уйти из найма, начать делать что-то, что по душе, и чтобы это приносило доход, чтобы отношения улучшались, да, чтобы мир радовал, чтобы не было с утра вот такого встаешь и думаешь, боже мой, опять сейчас вот это вот все, как день сурка какой-то. Чтобы не было беспокойств и так далее. Что для этого нужно сделать? Об этом я и хочу вам рассказать. И чуть-чуть предварительно расскажу, что я слышала об этом всем, но недавно я получила прям инструмент. И этот инструмент, я за него благодарна очень Алексею Унжакову, который проводит бесплатный, так скажем, тренинг, по-моему, то ли трех, то ли четырехдневный, называется «Ген богатства». И Алексей Унжаков вместе с Евгением Ходченковым организовали такой город инвесторов, такой, так скажем, организации, или как назвать. И вот они дают много пользы. Я нашла их в Инстаграме. И Алексей, причем реклама, была таргетирована реклама в Инстаграм, да, на вот этот «Ген богатства», бесплатный тренинг. И я пошла, потому что мне очень интересны инвестиции, мне очень интересна финансовая грамотность. Я очень хочу быть свободным человеком, делать то, что я хочу, помогать людям, проводить курсы, ездить, путешествовать, общаться, дарить частичку себя, да, какое-то тепло. И при этом всегда иметь возможность получения какого-то пассивного дохода, и не какого-то, а чтобы он полностью перекрывал все мои расходы и даже оставалось больше, чтобы я могла помогать людям. Так вот, и, конечно же, я пошла на этот тренинг, и очень много было пользы дано, поэтому обязательно сходите на такой тренинг, он вообще ничего не стоит, но польза от него реально, ну, меняет сознание. Так вот, и самое для меня ценное было, что просто перевернуло вообще, я об этом немножко знала, но тут все встало просто как по полочкам сложилось. Это знание, которое дает в книгах Алан Пиз о ретикулярной формации. Что такое ретикулярная формация? Это часть мозга. Я не буду вдаваться в подробности, вы можете это загуглить, да, что такое ретикулярная формация. Это часть мозга, которая что она делает? Вот мы в каждую секунду времени нашего вот жития мы получаем 100 тысяч частиц информации, но мы их не осознаем. Почему? Потому что ретикулярная формация пропускает только 40. Из этих 100 тысяч единиц только 40. И что это нам может дать, да? Что, как мы можем это использовать? Суть в том, что вот вы, может быть, замечали, если, к примеру, вот женщины могут заметить, да, если они, к примеру, родили, либо беременны, то вокруг видят одних беременных. Или, допустим, если вы мужчина и присматривали себе какой-то автомобиль, цвет, марку, то вы везде начинаете видеть эти автомобили, хотя раньше нет. То есть это можно связать вообще, ну, это любая вот штука, на чем мы немножко хотя бы как-то фокусировались, то, что в нашей жизни нам понятно, и мы об этом, может быть, там, я не знаю, справку наводили, либо нам это нравится, мы начинаем это видеть часто в нашей жизни. Хотя другие люди, может, это вообще не замечают. У них другое. Так вот, это все связано с ретикулярной формацией. И для того, чтобы наши мечты воплощались, то, чего мы хотим, чтобы это происходило, чтобы наша жизнь была максимально той, какую мы хотим, необходимо сначала прописать, что мы хотим, чтобы было понимание, да, чтобы это как вектор направления. Либо прописать, либо хотя бы в голове прокрутить. Да. Я тот человек, который вот это прописывать мне тяжело. Хотя столько техник разных, да, которые действительно работают, там нужно прописать, и оно там сработает. Даже сейчас, в канун Нового года, можно там
коллаж составить из желаний, да, все это там красиво изобразить, и это реально исполняется. Но я не могу себя заставить это сделать, но в голове я могу прокрутить. Я могу понять, что я хочу, и даже, наверное, все-таки составлю список вообще, что я хочу. Но очень хорошо знать просто. Так вот, вы можете либо составить список, чего вы хотите в своей жизни. Вот по-настоящему, если отбросить все ограничения, да, не так, что, ой, да все равно это невозможно, зачем я буду это там хотеть. Нет, вот что действительно, представьте, что вы маленький ребенок, и у вас еще нет ограничений никаких, да, вы не знаете, что вот что-то возможно, что невозможно. И вот это и напишите, либо прогоните в голове. И согласно этому, что нужно сделать? Как мы используем ретикулярную формацию для того, чтобы это стало проявляться в нашей жизни? Раз из 100 тысяч частиц информации мы только получаем всего лишь 40, то нам нужно окружить себя максимально, внедрить в свое сознание больше того, чего мы хотим. Допустим, если я хотела денег, да, чтобы у меня начался больше финансовый поток, по инвестициям продвинуться, то я вступила в сообщество инвесторов, и в этом клубе инвесторов я также вижу людей, которые зарабатывают большие деньги. А кроме того, что я в это сообщество вступила, есть еще другое сообщество, которое занимается высокодоходными инвестициями, и там люди просто огромные деньги зарабатывают, да, то есть они, к примеру, с марта месяца там более 600 тысяч долларов заработали, и там постятся всякие видео, да, видео о том, как они там, им еще там добавилось там 5 тысяч долларов в день или еще что-то, как они там покупают автомобили за часть стоимости, еще что-то. Ну, то есть я понимаю, что это высокодоходные, высокорискованные инвестиции, и я, не говорю о том, чтобы вот так этим заниматься. Но суть в том, что находясь в этом сообществе среди людей, которые вот так легко относятся к деньгам, которые понимают, что жизнь – это игра, часть из этих людей, я знаю, они по трансерфингу реальности живут, да? Вот человек, который меня пригласил, Антон Потатуев, он как раз-таки по трансерфингу также изучал human design, и там многие люди именно так живут. То есть это не просто люди, которые просто рискуют и все, это умные люди, это люди, которые занимаются, работают над собой. Так вот. И вот эту ретикулярную формацию, чтобы вот эти 40 частиц в секунду попадали то, что нам нужно окружить себя той информацией, которую мы хотим. Если вы хотите сменить жилье, то начните подыскивать то жилье, которое хотите, там, где вы хотите. Если это не в России, в другом месте, просматривайте, что можно купить. Таким образом, вы настраиваете свой мозг, и ретикулярная формация начинает вам пропускать эту информацию. И в вашу жизнь это приближается. Также о финансах, также о чем угодно. Вот все, что вы хотите, там, хорошие отношения, или что изобилие, да, то есть просто начните общаться с такими людьми, окружите себя. Если нет рядом людей, либо вы сидите дома, может, вы на карантине, к примеру, да, тогда просто начните смотреть видеообзоры на дома, о деньгах, о заработке. Я думаю, что на это видео вы, возможно, тоже попали, потому что вы этим интересуетесь. И просто ищите разные возможности окружить себя именно тем, что вы хотите. Тогда вы максимально настроите ретикулярную формацию, чтобы это все пришло в нашу жизнь. Потому что то, на что мы настроены, именно это у нас усиливается и приходит в нашу жизнь. Знаете, когда я проходила этот тренинг, и буквально через 2 дня я осознала, как это работает. Через 2 дня мне пришла просто очень крупная сумма денег. И именно потому, что я настроилась. Я поняла, чего я хочу. У меня есть счет, мой личный, на мое имя счет, у лицензированного брокера очень классного. Да, и там у меня совершаются сделки по IPO. Очень доходно все. Об этом, кстати, можете посмотреть видео. Но суть в чем? В том, что у меня там был счет небольшой, на 4 с лишним тысяч долларов. Я хотела, чтобы он хотя бы был 10. Ну, хотя бы, вообще 20 хочу, 50, да. Ну, понятно, что в тот момент я сконцентрировалась на том, что мне надо бы хотя бы еще 5 тысяч долларов. И я размышляла, откуда их можно взять, сколько нужно для этого марм сделать. Это вот массаж энергетический, как-то я на канале рассказывала об этом, это очень крутой массаж. А сколько там чего-то, ну, то есть я думала, как я могу к этому прийти.
И как раз-таки я смотрела этот тренинг, я сфокусировалась, и через 2 дня мне приходит эта сумма. Я была удивлена, потому что это так работает, это реально все. То есть наша ретикулярная формация, которая является частью мозга, может творить чудеса, потому что мы на самом деле мы чудесны, но когда мы не концентрируемся, в нашу жизнь приходят чудеса, когда мы просто на волне, в потоке, да? Но мы никогда не задумывались о том, что мы можем этот луч направить. Если мы снизим количество информации, ну, нашего внимания к тому, что нам, ну, не хочется в нашей жизни, да, с недостатка на изобилие, с чего-то, что нам не нравится, на то, что нам нравится. Если мы больше эфир займем именно тем, что мы хотим, а не тем, чего мы боимся и не хотим, то это начнет воплощаться максимально быстро. Так вот, это основной секрет, и, ну, применяйте это. Вот хотя бы неделю, да, лучше 21 день, просто каждый день осознанно выделяйте час для этого, для того, чтобы снабдить свою ретикулярную формацию, чтобы она раскрыла вам потоки в эти 40 частиц именно того, что вам надо. Снабжайте хотя бы час в день тем, что просматриваете либо какие-то ролики обзорные на жилье, если вы хотите другое, автомобили, там, если кто-то взаимоотношений, либо любви хочет отношений, об этом. Ну, то есть двигайтесь к тому, что вам по душе, что вам хочется. Двигайтесь к своей свободе, к счастью, потому что каждый из нас рождается с этим правом быть свободным, быть счастливым, здоровым человеком. Все в наших руках, да, то есть от нас зависит, поэтому я желаю каждому из вас воплощения всех ваших мечт, да, в канун Нового года. 2021, я думаю, принесет очень много радости. А с этой новой информацией, если вы приложите просто чуть-чуть усилий для практики этого, то я думаю, что ваша жизнь изменится кардинально. И если это будет так, я буду рада, что когда-то, может быть, вы вспомните об этом через 3 месяца практики, там полгода или когда-то, и напишите мне. Свои контакты я оставлю на Telegram в описании под этим видео. И напишите, я буду рада, что Стелла, твое видео когда-то действительно меня впечатлило, я начала практиковать, и вот что получилось. Я буду рада таким отзывам. Делитесь этим видео, если оно вам показалось полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, что бы вы хотели об этом подробнее, может быть, узнать, или об инвестициях, или еще какой-то теме, которую я затронула. И буду рада с вами поделиться. Ну что ж, а пока-пока!